Здравствуйте! Вас приветствует Центр Духовного Развития «Зазеркалье». И я, Артем Федоров, психолог, гипнолог, трансформационный коуч. Когда человек застрял в трудных финансовых обстоятельствах, он может чувствовать себя чрезвычайно подавленным, истощенным как физически, так и эмоционально. В таком состоянии естественный поток изобилия практически не может прийти в жизнь человека. Чтобы достичь естественного потока изобилия, необходимо уметь на какое-то время отвлечься от проблем с деньгами, восстановить физические, эмоциональные силы, чтобы действительно в вашей жизни произошли желаемые перемены. С этой целью мы начинаем нашу медитацию «Река процветания». Для начала найдите тихое место, где вас никто не будет беспокоить в течение 15-20 минут. Лягте удобно, расслабьтесь. Убедитесь, что на вас удобная одежда. Если хотите, снимите обувь, закройте глаза и позвольте себе расслабиться. После того, как вы устроились действительно удобно, сделайте несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов. С каждым выдохом представьте себе, что вы расслабляетесь все больше и больше. Сделайте так еще несколько раз. Позвольте потоку дыхания унести все тревоги и беспокойства сегодняшнего дня. Расслабьтесь. Сделайте еще один глубокий вдох и задержите дыхание. Теперь медленно выдохните. Дышите ровно, спокойно. Расслабляйтесь с каждым выдохом. Если во время упражнения у вас будут возникать какие-либо случайные мысли, переключите ваше внимание на дыхание. Почувствуйте себя совершенно спокойно и, находясь в состоянии приятного покоя и расслабления, представьте себе реку. Это река среднего размера, не слишком большая и не слишком маленькая. И, возможно, вода в этой реке течет спокойно и лениво. Представьте себе, что вы стоите на берегу этой реки. Вы чувствуете себя уставшим. Вы эмоционально истощены. Подойдите к самой кромке реки. Посмотрите на свое отражение в воде. Посмотрите на свое лицо. Оно устало, измучено в результате жизненных бурь.
обратите внимание на свои одежды. Представьте, что ваши одежды истрепались, стали старыми и больше непригодными. Вы стоите у реки, и вода выглядит настолько освежающей и чистой. И вот вы решаете войти в эту реку. Снимите с себя все старые одежды. Сюда одной. И теперь медленно, постепенно войдите в эту реку. Представьте, как вы начинаете плавать в этой волшебной воде приятной температуры, освежающей. Позвольте себе отдохнуть. Почувствуйте, как вода мягко омывает ваше тело. Почувствуйте, как вода смывает с вас всю усталость, тревоги, боль, переживания. Вода очищает, дает силы, уверенность, спокойствие и внутренний комфорт. Вода — это энергия, мягкая и одновременно сильная. Представьте, как эта энергия проникает внутрь вас, и вы как будто очищаетесь изнутри. Вода омывает вас и начинает трансформировать вас и все события в вашей жизни. Представьте, что теперь вся река трансформируется в мощный, универсальный источник, поток живой энергии. Живой и любящий. Представьте, как этот поток чистой, живой, исцеляющей энергии будто обнимает и поддерживает вас. Почувствуйте эти потоки. Почувствуйте потоки энергии, чистой и любящей, вокруг вас. Расслабьтесь. Представьте, что все ваши внутренние блоки, все накопившиеся негативные эмоции, переживания и тревоги растворяются легко и полностью в этом живом потоке энергии. Теперь вы полностью очищены. Вы открыты для того, чтобы позитивная энергия вошла в вашу жизнь. Оставайтесь с этим потоком, и в этом потоке так долго, как вам нравится. Почувствуйте, как вы наполняетесь новой силой, новой энергией. Вы, как никогда, бодр и свежий.
И когда будете готовы, вы можете выйти из реки на противоположный берег. Теперь вы новый человек, сильный, спокойный и уверенный в себе. Представьте, что теперь вы выходите на противоположный берег. Почувствуйте твердую почву под ногами. Почувствуйте, как твердо и уверенно вы стоите на земле. Ощутите внутри себя потоки энергии, которая свободно циркулирует по вашему телу. Это энергия реки, мощный поток изобилия и процветания, который вы только что впитали в себя. Поднимите свои глаза к небу. Посмотрите на небо. Голубое, красивое. И позвольте своему сердцу наполниться радостью и благодарностью за эти новые силы и новые энергии. Теперь посмотрите вниз. Там, на берегу, вы видите новые одежды. Эти одежды сделаны специально для вас, из самых лучших материалов и тканей. Такие удобные и комфортные. Оденьте их. Почувствуйте, как удобно и как приятно одежда прилегает к телу. Почувствуйте себя хорошо. Побудьте в своем новом образе столько, сколько вам захочется. Еще раз ощутите энергию очистительного и исцеляющего потока процветания внутри себя. Ощутите свои новые одежды. Почувствуйте свое новое «Я». Почувствуйте свою новую идентичность. Наполнитесь радостью. И сейчас пришла пора возвращаться. Прежде как закончится эта медитация, поблагодарите себя. Поблагодарите свое подсознание. Это ваша работа. Работа вашего подсознания. И когда будете готовы, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И, сильно-сильно потянувшись, как после хорошего сна, медленно откройте глаза.